ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы защитной рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. Пару дней назад бегал, я обычно бегаю в тех местах, тренировки, кросс, и наткнулся на бутылки. Там сделали огромные траншеи, дороги для того, чтобы спецтехнике было проще добираться до лесных пожаров. И в итоге пожары потушили, а бутылки все оставили. Дороги – это бывшая лыжная трасса, очень-очень бывшая. Лет 20-30 назад там занимались спортсмены. Этой дороги не было до лесного пожара, она вся заросла, я там в принципе не бегал. А тут наткнулся на нее и решил проверить, куда она ведет. И наткнулся как раз-таки на бутылки. Их поначалу мне показалось не так много, но все-таки у меня не было с собой ни мешка, ни сумки, чтобы их сложить. В итоге я решил повторить пробежку и наткнулся на еще большее количество бутылок. Собрал, по крайней мере, все, которые попались на пути. А из этого можно сделать такие выводы, что очень много было добровольцев, очень много людей откликнулись на беду, скажем так, лесные пожары. Это здорово, что потушили мгновенно, до судов огонь не добрался, и, в принципе, все работали сложно, потому что наш штат там же находится, и изначально мы тоже были причастны к этому. Обычно, когда нас что-то не касается, мы не обращаем внимания на это. А здесь очень много было добровольцев, не только тех, чьи сады находились близ пожаров, а и просто неравнодушных людей. Это очень здорово. Но за собой, конечно, нельзя такое оставлять, тем более пластик, тем более в лесу, тем более в малодоступных местах, где люди не гуляют, машины не ездят. И этот пластик пролежал бы там еще много-много-много лет.